Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у нас 20 июля 2022 года, и я продолжаю наш цикл, который будет преобразован потом в антологию ожившей поэзии. Цикл называется «Соавторы ожившей поэзии от А до Я» или «Поэтов имена в ожившей поэзии». В этом цикле мы отобразим имена всех поэтов, на стихи которых есть у нас композиции, романсы, песни нашей ожившей поэзии. И в связи с этим я объявил вот на стихи.ру, и здесь тоже делаю такое объявление. Я объявляю подписку на наш канал с тем, чтобы любой поэт мог участвовать в этой антологии, участвовать в нашей ожившей поэзии практически бесплатно. За 500 рублей на целых полгода, даже больше, до конца года. И этот поэт может заказывать практически столько, сколько он хочет произведений. Я моментально делаю экспромтом композиции. Вот вы уже видите, какие они, если они вам понравились, то, пожалуйста, заказывайте, будут буквально за 2 часа я сделаю романс или песню, или композицию на ваши стихи или на стихи, которые вы захотите. Пожалуйста. И все это я размещу в нашей антологии. Правда, здесь я могу только по одному произведению размещать. А вот если вы захотите, вы можете даже издать собственную книгу, но тогда надо каждый месяц платить от 500 до 1000 рублей, в зависимости от того, сколько, за сколько вы хотите. Если вы хотите за 6 месяцев издать книгу, то надо платить по 1000 рублей, если за год, то можно платить даже по 500 рублей. По 500 рублей в месяц. И бесплатно я издам и вам даже подарю 10-15 экземпляров книги. И это будет все размещено в Российской книжной палате. Итак, сегодня вы услышите такие произведения. «Белые акации», «Гроздья душистые». На стихи Матусовского «Музыка Баснера». Здесь, конечно, не моя музыка, это известный романс. Но исполнение Самуила Фрумовича. Далее «Розы любви» на стихи Натальи Москвиной. Музыка исполнения здесь Самуила Фрумовича. Далее «Попугай Вертинскому» на стихи Лады Мали. Далее «Барбалекс» на стихи Миколы Стихоплета. И закончим сегодняшний выпуск композицией «Девушка с печальными глазами» на стихи поэта Лев Милый. Итак, начинаем наш 50-й выпуск из этой серии. Начинаем с композиции «Белые акации, гроздья душистые». Целую ночь соловьиная насвистывает. Молчали дома, белой акации, гроздья душистые, ночь напролет нас водили с ума, белой акации, гроздья. Стоял
вода. Боже, какими мы были наивными, как же мы молоды были тогда. Годы промчались седыми нас делая, где чистота этих веток живых. Только зима да метель эта белая напоминаю сегодня о ней. Только зима да метель эта белая напоминаю сегодня о ней. В час, когда ветер бушует неистовый, снова чувствую я белой акации гроздья душистые, невозвратимы, как юность моя. Спасибо за внимание. С вами был Самуил Фурмович, музыкальная композиция «Ромас белой акации гроздья душистые». Друзья, послушайте новую музыкально-поэтическую композицию «Экспромт» и стихи, найденные в интернете, стихи Наталья Москвитина. «Розы любви». Музыка исполнена Самуила Фурмовича. Видео из интернета из цикла «Ожившая поэзия». Я вспоминаю тебе, мой друг, и розы, что цвели сады вокруг. Так пахли на весеннюю порой, когда мы встретились с тобой. Меня ты ласково к себе прижал и тихо, нежно прошептал, как хорошо, что встретил. Говорим о чувстве неземном, а розы маят красотой в лику. Уже всегда они цветут. И отвечала, глядя ласково в глаза, с тобой я.
занимание собой самого формуешь музыкальная композиция «Розы любви» и стихи Натальи Москвитиной. Друзья, послушайте новую музыкально-поэтическую композицию «Экспромт» на стихи, найденные в интернете, стихи Лада Мали. Композиция называется «Попугай Вертинскому». Музыка исполнения Самойла Фрумовича, видео из интернета, из цикла «Ожившая поэзия». «Попугай Вертинскому». Снимайте посвящение со строчек, написанных когда-то сгоряча. Я чувствую, все так же кровоточат невидимые шрамы у плеча. Ни нож, ни плеть, ни больное слово моей душе не оставляют ран. То просто крылья прорастают снова. Да, мы такие птицы жарких стран. Ни нож, ни плеть, ни больное слово в моей душе не оставляют ран. То просто крылья прорастают снова. Да, мы такие птицы жарких стран. Не разучиться жить, не знать сомнений, соответственно сердцем на любом кресте. Не потерять надежды, устремлений и никогда не говорить «Жаме!» Нет, и не сделать из меня наседку. Пусть крыльев нет, но это до поры. Мой день придет, я вылечу из клетки под взглядом малахитовым судьбы. Вчера мне в ногу слышу, блеснили, а ваши скорби, драмы не по мне. Мой друг поэт, признайте, вы ошиблись. Я никогда не говорил «Жаме». Вчера мне в ногу стыжом леснились, а ваши скорби, драмы не по мне. Мой друг поэт, признайте, вы ошиблись. Я никогда не говорил «Жаме». Спасибо за внимание. С вами был Самойл Фрумович. Музыкальная композиция «Попугай Вертинскому». Стихи Лада Мали. Детская песенка, музыка исполнения Самойла Фрумовича, видео.
Достойного мужчину.
их спал девушка с печальными глазами. Стихи Лев Милый, музыка исполнения Самуила Фрумовича, видео из интернета. И на этом, друзья, я заканчиваю. Это был 50-й выпуск из цикла «Поэтов. Имена в ожившей поэзии». Спасибо вам за внимание. С вами был Самуил Фрумович. Всего вам доброго. До новых встреч.